Здравствуйте! В эфире передача «Made in Samara» и, как всегда, с вами я, Анастасия Лихачева. Друзья, ну что ж, продолжаем вас знакомить с замечательными, талантливыми людьми нашего города. И сегодня у нас в гостях Людмила Гавриловна Гречанина. Или, точнее, мы в гостях. Я думаю, что даже так. Людмила Гавриловна, добрый день! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какой нас сегодня ждет мастер-класс, что мы будем делать. Я вижу тут уже фантастические вещи. Рассказывайте и показывайте. Ну, сегодня мы покажем мастер-класс для начинающих, роспись по стеклу, которая имеет несколько видов в зависимости от материала и от красок, и имеет и разные названия. Но сейчас я вам покажу роспись по стеклу витражными красками, которая называется псевдовитраж. Для работы нам потребуются витражные краски, контур по стеклу, кисти и обезжириватель. Главный объект – это рамочка. Вот такая для начинающих я советую покупать такие рамочки. Они недорогие, они хорошо расцепляются. Это рамочка стеклянная с картонной подложкой. Мы это все убираем. И я специально приготовила открытку, которая будет нам служить трафаретом для росписи. И на примере этой открытки я хочу показать, что трафаретом может служить любая. То есть насколько у нас фантазии хватит, да, любая картинка. Это может быть открытка, это может быть специальный трафарет. Это может быть... Вы можете вообще не пользоваться ни трафаретами, никакими картинками, а просто... Если у вас есть способности, и вы можете нарисовать от руки на стекле, пожалуйста, рисуйте сразу контуром. Ну, начинаем. Да, давайте, а мы посмотрим. Мы начинаем с обезжиривания стеклянной поверхности. Спиртосодержащей жидкостью. Так, мы ее немножечко сушим. Так, значит, подкладываем трафарет под стекло. Стараемся или зафиксировать, или сделать так, чтобы она у нас не ездила. Обязательно у нас должна быть салфеточка под рукой и бумажка, потому что контуры, как правило, могут подсохнуть. Мы должны на бумажечке попробовать, все нормально у нас. Вот. Теперь руку мы тоже немножечко обезжирим, чтобы она у нас... И начинаем по контуру цветка обводить краской, которая называется контур для стекла. Она отличается тем, что у нее, видите, длинный носик, и она выпускает очень такую тонкую колбаску. Вот мы начинаем с внутренней линии. Не обязательно стараться, чтобы прям точно по рисунку. Людмила Гавриловна, откуда пошла вообще эта техника? Давно ли вы ей сами занимаетесь? Я занимаюсь уже третий год. Училась я у очень замечательного декоратора-дизайнера у нас в Самаре, Елены Шелуковской. Она устраивала курсы, и вот мы с несколькими приятельницами у нее учились. Азам декорирования предметов, которые... в интерьере используются. Это и вот такие вот картины, панно, это и посуда, рисунок на дереве, рисунок на стекле. Это очень замечательный человек, и уже несмотря на то, что мы курсы закончили несколько лет назад, мы поддерживаем отношения. И продолжаем начатое ею совершенствовать. Учимся новым техникам и друг от друга. И, конечно, интернет нам очень хорошо помогает. В принципе, в интернете можно найти все. Но живое общение, когда тебе вот покажут, как говорится, на руках, руками, это совсем учение, так сказать, идет... намного лучше. Дорисовываем наш контур и откладываем его сохнуть на 5 минут. И пока у нас есть время пообщаться.
пока сохнет, я вам покажу, во-первых, готовую картинку, сделанную в этой же технике. Это вот, например, такое панно детское, лягушка, царевна лягушка. То есть здесь точно так же контуром обведены все объекты и залиты, вот, в отличие витражной росписи от любой другой росписи. Здесь краска наносится не кисточкой тоже можно, но она не красится, а заливается. То есть вот эти ячейки, которые мы ввели контуром, получается как бы маленькая емкость. Вот эту емкость мы должны залить краской. Витражные краски отличаются от любых других тем, что они прозрачные. То есть когда они застывают, они зеленые, но прозрачные. Это и создает видимость витража настоящего, который делается из цветных стеков. Вот. Поэтому эта роспись называется витражной росписью. Вот такое вот панно можно сделать. Маки. Это тоже сделано в этой же технике. Но роспись по стеклу бывает не только такое, не только витражный. Роспись по стеклу бывает, например, можно сделать такими же красками, но как бы не соблюдать рисунок, а декорировать вот таким образом. Вы наносите краску, она стекает произвольно, вы ее потом, ну, конечно, подправляете, где нужно, вы ее обводите, наносите другой рисунок, вот тут декорируете дальше ее, декорируете пробочку, декорируете, добавляете какие-то декоративные элементы, и получается вот из обычной, в общем-то, бутылки получается как бы какой-то арт-объект. Также вы витражной росписью, этой же самой витражной краской, можете декорировать посуду. Это, конечно, делается немножечко, то есть делается это так же, но это делать сложнее, поскольку поверхность здесь у нас не горизонтальная, приходится как-то лавировать, соблюдать какой-то баланс, чтобы краска не растекалась, не вытекала. То есть вот можно делать бутылки. Таким же образом мы делаем и круглые бутылки, и тарелки, и бокалы для вина можно декорировать. Вот. Теперь можно, есть роспись, называется контурная роспись. То есть мы здесь краску не употребляем вообще. Мы только контурами. Можно одноцветно, можно разными цветами. Расписываем вот такой объект. Это вазочка, расписана контурами. Эти жемчужные бусинки, они тоже не бусинки. Это такая специальная краска, искусственный жемчуг, который вот так вот освежает вот такую вазочку. Эти вот мои увлечения, занятия росписью, декупажем, они не имеют никакого практического значения. Этими вещами вообще-то в жизни пользоваться нельзя. Они делаются только для красоты. Но это само занятие, само это увлечение, оно имеет практически аспект в том смысле, что заполняет твое свободное время, что тебе этим нравится заниматься, ты чувствуешь, что ты можешь создавать как красоту, учиться чему-то и учить других. Поэтому я советую заниматься людям, которые еще как бы не нашли себя, особенно когда у них есть свободное время. Контур у нас уже подсох, и мы начнем заливать наши листочки и цветочки краской. Начинаем мы с листочков и берем мы разного цвета краску для того, чтобы сделать их более живыми. Как правило, в витражной росписи краска смешивается, разные цвета смешиваются прямо сразу на объекте. Так, вот мы сейчас попробуем, все ли у нас тут нормально с краской. Так, вот красочка у нас пошла. Значит, мы сначала наносим краску вот такими вот. Достаточно жирный, я бы даже сказала, слой. Да, да, да. Она, краска даже должна как бы над поверхностью контура возвышаться. Угу. Также для удобства можно работать кисточкой. Мы должны не размазывать краску, а просто поэтапно ее добавлять
чтобы она у нас легла сплошным озерком. Вот. Теперь мы добавим другого цвета. Вот тут мы уже можем смешать. Вот так она растечется. Итак, шаг за шагом мы прорабатываем каждый листочек. Затем приступаем к самому цветку. Также подберем несколько оттенков, чтобы они сочетались между собой. Вот и готов наш красивый весенний цветок на стекле. С вами была передача «Made in Samara». Я Анастасия Лихачева. Увидимся совсем скоро. Пока. Вязание крючком – занятие очень увлекательное. Пожалуй, каждой девушке хочется, чтобы в ее гардеробе появилось изысканное ажурное платье, связанное крючком. Тем более, что солнечные деньки не за горами. А значит, пришло время узнать, как же можно своими руками сотворить модный наряд. И тут вязание крючком приходит на помощь. Необходимо только правильно подобрать материалы. Скоро лето, и пришло время крючка и летней пряжи. Что можно предложить? Пряжа у нас есть разная. Я начну с Питера. Ирис, очень тоже мерсеризованная обработка хлопок. Цвета яркие, веселые, и большие намотки позволяют не маленькими мотками брать, а сразу, например, большой моток на большое изделие. Роза есть тоже, но она больше идет на детские платья и на салфетки. Теперь могу предложить турецкую пряжу. По своей обработке она мне нравится больше. И здесь цвета немножко поинтереснее, по сдержаннее. Это лили меланж, мисс, а также мисс меланж. Очень изящно смотрится изделие из пряжи сапфир люкс. Летние платья, выполненные из такого материала, покорят окружающих. Легкие шали и палатины, которые обязательно пригодятся вам летним вечером, можно связать из вискозы с добавлением люрекса. Выглядеть будет роскошно. Могу предложить Италию. Здесь разговора нет, очень видно сразу цветовая гамма такая, пастельные тона, очень красиво будет смотреться на загорелом теле. Здесь может себе позволить и взрослый человек связать, то есть цвета очень красивые. Обработка, конечно, хорошая очень, качество этой пряжи. Она пользуется у нас спросом. С пряжей разобрались. Теперь необходимо подобрать правильный крючок для работы. Обычно на каждом мотке пряжи дана рекомендация. Обратите на это внимание при выборе крючка. Ну, крючки, конечно, бывают разные. У нас есть и немецкие, и есть вот японский кловер, который, вот, кстати, и использован в журнале для мод. Я бы тоже посоветовала именно вот эти кловерские крючки, потому что они очень удобные. Их очень удобно держать. И у них очень хорошая идет нумерация. Они идут, например, 1,25, 1,50, 1,75. Но нумерация крючка, конечно, подбираем в зависимости от пряжи. Чем тоньше пряжа, тем и меньше номер крючка. Невероятно красивые изделия вам поможет создать специализированная литература. Книги и журналы научат вас новым рисункам и мотивам. Помните, что вещи, созданные своими руками, всегда будут приковывать к вам взгляды окружающих. Все для шитья и рукоделия вы можете найти в сети магазинов «Швейные машины» по адресам: проспект Ленина 2А, Советской Армии 167, Аменева 8А.